makes me twist you the way that I do. Gee, baby, and I'm good to you. There's nothing in this world too good for girls, so good and true. Darling, am I good to you? Bought you a fur coat for Christmas, diamond rings, big Cadillac car, and everything. Спасибо. Это было очень волнительно. Здравствуй. Да, для нас тоже. Могу себе позволить, потому что мы давно знакомы. Это правда. Представься, пожалуйста. Меня зовут Аслан Ахмадов, мне 43 года. Я родился в Азербайджане, в Баку, но в Москве уже живу почти 30 лет. Почему принял такое решение прийти? Мне показалось, что я созрел для этого. Для конкурса. Я не рассматриваю это как конкурс, для рассматриваю это... Для блюза? Для блюза точно созрел. Я себя чувствую сейчас, как много лет назад, когда я в институт поступал. Это же невероятное крутое ощущение, за которым мы все сюда приходим, на самом деле. Сидим здесь, мы тоже здесь в конкурсе, на самом деле, участвуем. Вы должны это понимать. Но я не повернулся, потому что, во-первых, все случилось уже, во-вторых... На протяжении всего исполнения, конечно, хотелось повернуться. Вы сделали это четко. Я даже не ожидал, что вы так это делаете. Я никогда не слышала, что у тебя есть такой диапазон. Это... Я как-то всегда этого стеснялся. Я почему-то мне казалось, что как-то это неловко мне было это делать. Да, да. Это очень хорошее, кстати, качество. Поначалу тоже Григорий сильно стеснялся своего лепса. Неожиданно совершенно я увидел... Внешность ваша, когда повернулся, так, если бы мне кто-то, если бы я вас увидел, так, я бы никогда в жизни не сказал, что вы поете, я думал, что танцуете. Вот. Я сам не знал, что я умею это делать, вот недавно научился. Я пойду к Полине. Ага.